В июне месяце 1807 года в Тильзите состоялась встреча императора Александра с Наполеоном. Жизнь, между тем, настоящая жизнь людей с своими существенными интересами здоровья, болезни, труда, отдыха, своими интересами мысли, науки, поэзии, музыки, любви, дружбы, ненависти, страстей, шла, как и всегда, независимо и вне политической близости или вражды с Наполеоном Бонапартом. Говорите, мама, что же вы молчите? Говорите. Это не годится, душа моя. Не все поймут вашу детскую связь. А видеть его таким близким с тобой может повредить тебе в глазах других молодых людей, которые к нам ездят. И главное, напрасно мучает его. Он, может быть, нашел себе партию по себе богатую, а теперь он с ума сходит. Сходит. Я тебе скажу про себя. У меня был один кузен. Знаю, Кирилл Матвеевич. Да ведь он старик. Не всегда был старик. Ну вот что, Наташа, я поговорю с Борей, ему не надо так часто ездить. А чего же не надо, когда ему хочется? От того, что я знаю, что это ничем не кончится. Нет, мама, вы уж не говорите, ну что за глупости? Ну не выйду замуж, так пускай ездит. Когда ему весело и мне весело. Ну... Не замуж, а так. Как же это, мой друг? Да так. Ну, очень нужно, что замуж не выйду. А так? Полностью смеяться. Перестаньте, всю кровать трясете. Ужасно вы на меня похожи. Такая же хохотунья. Постойте. Вас были так влюблены. И очень мил. Очень-очень мил. Только не совсем в моем вкусе. Он узкий такой, знаете, как часы столовые. Вы не понимаете? Нет. Узкий, знаете, серый, светлый. Что ты врешь? Неужели вы не понимаете? Вот Николенька бы понял. Вот Безухов тут синий. Темно-синий с красным. И он четвероугольный. Ты с ним кокетничаешь? Нет, он франмасон, он славный. И он темно-синий с красным. Ну, как вам растолковать? Рафинушка, ты не спишь? Никак никто не может понять, всего, что во мне есть. Соня, нет, куда ей, она добродетельная. Мама и та не понимает. Это удивительно, как я умна и как... Она мила. Все, все у меня есть. Умна необыкновенно. Хороша, ловка, плавает, верхом ездит отлично. А голос, можно сказать, удивительный голос. Декабря, накануне нового 1810 года, давался бал у екатерининского вельможи. На бале должен был быть дипломатический корпус и государь. Ростовы были приглашены, и Наташа собиралась на первый большой бал в своей жизни. Не так! Не так, Соня! Не так, Борис!
Иван, поди сюда. Сейчас. А вы готовы, мама? Только плохо приколоть. Не делайте без меня. Вы не сумеете. Сейчас не ходи, папа.
Неужели меня не заметят? Не может быть. Они должны же знать, как мне хочется танцевать. Как я отлично танцую, и как им весело будет танцевать со мной. Всегда танцуете. Тут есть моя протеже, Ростова, молодая. Пригласите ее. Где? Виноват. Этот разговор мы в другом месте доведем до конца. А на бале надо танцевать. Быть знакомым, ежели графиня помнит меня. Разрешите предложить турвальса. Thank you.
Ежели она подойдет прежде к своей кузине, а потом к другой даме, то она будет моей женой. Как весело, не правда ли? Да, я очень рад. Вы, а я вот работаю. Ну, душа моя, я вчера хотел сказать тебе, и нынче за этим приехал к тебе. Никогда не испытывал ничего подобного. Я влюблен, мой друг. Ну что? Мама, ради бога, ничего не спрашивайте у меня теперь. Это нельзя говорить. В Наташу Ростову, да? Да, да, в кого же? Никогда бы не поверил, но это чувство сильнее меня. Я не жил прежде, теперь только я живу. Но я не могу жить без нее. Но может ли она любить меня? Я стар до нее. Ну, такого... Такого со мной никогда не бывало. Только мне страшно при нем. Мне всегда страшно при нем. Что это значит? Значит, что это настоящее, да? Что ты не говоришь? Да, я... Что я говорила? Мама, вы спите. Нет, душа моя, мне самой страшно. Иди. Все равно я не буду спать. Что за глупости спать? Мама, мама, такого со мной никогда не бывало. Эта девушка такое сокровище. Такое... Это редкая девушка. Милый друг, я вас прошу, вы не умствуйте, не сомневайтесь. Женитесь. Жените, женитесь. И я уверен, что счастливее вас не будет человек. Но она? Она любит вас. Не говори вздоров. Любит, я знаю. Нет, слушай, ты знаешь ли, в каком я положении? Мне нужно сказать все кому-нибудь. Ну, говорите, я очень рад. Надо было ему нарочно теперь, когда мы здесь, приехать в Петербург. И надо нам было встретиться на этом бале. Все это судьба. Ясно, что это судьба? Что все велось к этому? Это совсем не то чувство, которое было у меня прежде. Весь мир разделен для меня на две половины. Одна она, и там все счастье, надежда, свет. Другая половина все, где ее нет. И там все уныние и темнота. Темнота и мрак, да-да, я понимаю. Я не могу не любить света, я не виноват в этом. И я очень счастлив. Ты понимаешь меня, я знаю, что ты рад за меня. Да-да. Голубушка, мамень, как я вас люблю, как мне хорошо. Прошло 3 недели, Болконский ни разу больше не появился у Ростовых. Голубчик, Наташ, может быть, он болен, ведь он ранен, когда у Стерлица, или занят. Перестаньте, мама, я не думаю, не хочу. Да, поедем, перестал. И совсем я не хочу выходить замуж, я его боюсь. Я теперь уже совсем успокоилась. Что об этом думать много? И так хорошо. Вот она я.
Ну и хорошо. И никого мне не нужно. Что за прелесть эта Наташа? Хороша, голос, молода. И никому она не мешает. Оставьте только ее в покое. Мама, Балконский приехал. Мама, это ужасно. Это несносно. Я не хочу мучиться. Что мне делать? Кто приехал? Когда? Полная Наташа. Давно уже мы не имели удовольствия. Я не был у вас все это время, потому что был у отца. Мне нужно было с ним переговорить о весьма важном деле. Я вчера ночью только вернулся. Мне нужно переговорить с вами, графиня. Пойди, Наташа, я позову тебя. Помилуй, Господи. Господи, помоги мне, Господи, Господи. Что, мама, что? Пойди, пойди к нему. Он просит твоей руки. Человек сделался теперь все для меня. Да, все. Он один теперь дороже для меня всего на свете. Я полюбил вас с той минуты, как увидал вас. Могу ли я надеяться? Зачем спрашивать? Зачем сомневаться в том, чего нельзя не знать? Зачем говорить, когда нельзя словами выразить того, что чувствуешь? Любите ли вы меня? Да, да. Князь Андрей не находил в своей душе прежней любви к ней. В душе его вдруг повернуло что-то. Не было прежней поэтической прелести желания, а была жалость к ее женской и детской слабости. Был страх перед ее преданностью и доверчивостью. Настоящее чувство, хотя и не было так светло и поэтично, как прежде, было серьезнее и сильнее. Сказала ли вам, мама, что это не может быть раньше года? Неужели это я?
Неужели я теперь с этой минуты жена? Равный этого чужого, милого, умного человека, уважаемого даже отцом моим. Неужели это правда? Неужели правда, что теперь уже нельзя шутить с жизнью? Теперь уж я большая. Теперь уж лежит на мне ответственность за всякое мое дело и слово. Да, что он спросил у меня? Нет. Простите меня, но вы так молоды, а я уже так много испытал жизни. Мне страшно за вас, вы не знаете себя. Как не тяжел мне будет этот год, отсрочивающий мое счастье. В этот срок вы поверите себе. Я прошу вас через год сделать мое счастье. Но вы свободны, наша помолвка останется тайной. И если вы убедились бы, что вы не любите меня или полюбили бы... Зачем вы это говорите? Вы же знаете, что с того дня, как вы приехали в Отрадное, я полюбила вас. В год вы узнаете себя. Целый год? Да чего ж год? А чего ж год? И нельзя иначе. Это ужасно. Нет, это ужасно. Ужасно. Я умру, дожидаясь года. Ужасно. Нет, нет, я все сделала. Я так счастлива. Обручения не было. И никому не было объявлено об их помолвке. Не уезжайте. Я вас прошу, Наталья, я уеду. Бог знает, что может случиться. Вы можете разлюбить. Ну, знаю, что я не должен говорить об этом. Одно, что бы ни случилось с вами, когда меня не будет. Не уезжайте. Что бы ни случилось, обратитесь к Пьеру. К нему одному за советом и помощью. Это самый рассеянный и смешной человек, но самое золотое сердце. Не уезжайте. Не уезжайте. Не уезжайте. Как бы Пьер ужаснулся, ежели бы 7 лет тому назад, когда он приехал из-за границы, кто-нибудь сказал бы ему, что ему ничего не нужно искать и выдумывать, что его колея давно пробита и определена предвечно. Иногда он утешал себя мыслью, что это только так, покамест он ведет эту жизнь. Но потом его ужасала другая мысль, что так, покамест, уже сколько людей входили, как он, со всеми зубами и волосами в эту жизнь, и выходили из нее без единого зуба и волоса. К чему? Зачем? Что такое творится на свете? Иногда Пьер вспоминал о слышанном им рассказе о том, как на войне солдаты, находясь под выстрелами в прикрытии, когда им делать нечего, старательно изыскивают себе занятия для того, чтобы легче переносить опасность. И Пьеру все люди представлялись такими солдатами, спасающимися от жизни. Кто честолюбием, кто картами, кто писанием законов, кто женщинами, кто игрушками, кто лошадьми, кто политикой, кто охотой, кто вином, кто государственными делами. Нет ни ничтожного, ни важного, все равно. Только бы спастись от нее, как умею. Только бы не видеть ее, эту страшную ее. Под влиянием вина он говорил себе, это ничего, это я распутаю. Вот у меня и готово объяснение, но теперь некогда. Я после обдумаю все это.
Но это после никогда не приходило. Здравствуйте, дядюшка! Ну, чистое дело, марш. Так и знал. Так и знал, что не вытерпишь. Да чистое дело, марш, бери заказ сейчас. А то мой Гирчик донёс, что Елагины с охотой в Корняках стоят. Они у тебя чистое дело, марш, под носом выводок возьмут. Туда я иду. Что же, свалить стаи? Свалить! Здрасте, дядюшка! Не мы едем! Здрасте, здрасте! А собак не передавите! Вы, дядюшка, не думайте, чтоб мы помешали кому. Мы стоим на своем месте, мы пошевелимся. Хорошее дело, графинишка. Только с лошади-то не упадите! А то чисто дело марш! Не на чем держаться-то! Наталью Ильиничну видел, где она? Они с Петром Ильичем от жарого бурьяна встали. Тоже дамы, а охоту большую имеют. А ты удивляешься, Семен, как она есть, да? Хоть бы мужчине в пору. Как не девица? Смело, ловко. Но Настасья Ивановна, ты только топай зверя. Тебе Данила задаст. И я сам с усам. Прямо на ледовской повели. Тебе стоит сделать это для меня. Я знаю, что ты велик, и что грех тебя просить об этом. Но сделай так, чтобы на меня вылез матерый. Господи, один раз только в жизни затравить матерого волка большего я не желаю.
назад или вперед. Все равно вперед. Материщи какой. Всегда есть шавырозня. Матерый, а? Матерый, ваше следство. Однако, брат, ты сердит. Графиня молодая, чистое дело, Марша. Другой такой не видывал. Денег ездила хоть мужчине в пору. И как ни в чем не бывал. Покушайте, барышня, графинюшка. Петя, проснись. Проснись же. Петя, поешь. Мне тут же прели, что такое. Вот и доживаю свой век. Умрешь, чистое дело, марш, ничего не останется. Что ж и грешить-то?
Отворите-ка дверь, что затворили? Это у меня мой Митька кучер. Я ему купил хорошую балалайку, люблю. Как хорошо. Браво, отлично. Как отлично? И отлично это прелесть, что такое? Изволите слушать, графинечка. Он у нас славно играет. Вот в этом колене не то делает. Тут рассыпать надо, чистое дело, Марш. Рассыпать. А вы разве умеете? Посмотри, Конисюшка, что струн-то цел, что ли, на гитаре? Давно в руки не брал, чистое дело, Марш. Забросил.
всосала в себя из того русского воздуха, которым она дышала, эта в шелку и в бархате эмигранткой-француженкой воспитанная графинечка, этот дух, откуда взяла она эти приемы? Но дух и приемы эти были те самые, неподражаемые, неизучаемые, русские, которых и ждал от нее дядюшка. Как умела она понять все то, что было в Анисе, и в отце Анисе, и в тетке, и в матери, и во всяком русском человеке. Ну, графинечка, чистое дело, Мар, ай да племянница. Вот только бы, муженька, тебе молодца выбрать, чистое дело, Мар. Уж выбрали. О! Щука. Что значила улыбка Николая, когда он сказал, уж выбран? Он как будто думает, что мой Балконский не одобрил бы, не понял бы этой нашей радости. Нет, он бы все понял. Где он теперь? Не думать, не смей думать об этом. Как со вечера пороша снегу вы дала, кобелу свету дорожка в полюшке пропадала. Не крути на добра молодца, горе сокрушало, погибает добрый молодец. Ох и пора. Зачем думаешь теперь? Постой. Да, я думала сначала, что вот мы едем, и думаем, что мы едем домой. А мы, Бог знает, куда едем в этой темноте. И вдруг приедем и увидим, что мы не в отрадном, а в волшебном царстве. А потом я еще думала. Добрый молодец. Нет, ничего больше. Знаю. Верно, про него думала. Всю дорогу повторяю, как Анисюшка хорошо выступала, хорошо. А знаешь, я знаю, что никогда уже не буду так счастлива, спокойно, как теперь. Вот вздор, глупости, вранье. Что за прелесть эта моя Наташа? Другого такого друга у меня нет и не будет. Зачем ей выходить замуж? Все бы с ней ездили. Какая прелесть этот Николай. Так боюсь, что этого не будет. А главное, я стареюсь, вот что. Уже не будет того, что теперь есть во мне. А может быть, он нынче приедет, сейчас приедет? Может быть, он вчера еще приехал, я забыла?
что вы мне с ними сделаете? Да, Никита, сходи, пожалуйста. Куда бы мне его послать? Да, сходи на дворню и принеси, пожалуйста, петуха. Что от меня родится? От тебя? Блохи. Стрекозы, кузнецы. Боже мой, все одно и то же. Ах, куда бы мне деваться? Что бы мне с собой сделать? Остров Мадагаскар. 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 Ничего не будет. Ничего. Что все, что хорошее, то было. И не то, что скучно, а грустно. Еще как? У меня бывало, что все хорошо, все весело, а мне придет в голову, что все это уж надоело, и что умирать всем надо. Я раз в полку не пошел на гуляние, а там играла музыка. И так мне вдруг скучно стало. Я это знаю. Знаю. Я еще маленькая была, со мной это бывало. Помнишь, раз меня за сливы наказали, и вы все танцевали, а я сидела в классной и рыдала. Никогда не забуду. Грустно было, и жалко всех, и себя, и всех-всех жалко. И главное, я не виновата была. Ты помнишь? Помню, я помню, что я пришел к тебе потом, и мне хотелось себя утешить, и, знаешь, совестно было. Ужасно мы смешные были. У меня тогда была игрушка, болванчик. Я его тебе отдать хотел. А вы помните, Соня? Да-да, что-то помню. Как это странно. Точно во сне было. Я это люблю. А помнишь, как папенька в синей шубе на крыльце выстрелил из ружья? Это было или нет? Помнишь, как хорошо было? Барышня, петуха принесли. Не надо, Поля. Вели отнести. Знаешь, я думаю, что когда так вспоминаешь, все вспоминаешь, до того доспоминаешься, что помнишь то, что было еще прежде, чем я была на свете. Это метампсикоза. Египтяне верили, что наши души были в животных и опять пойдут в животных. Нет. Знаешь, я не верю этому, чтобы мы были в животных. А я знаю, наверное, что мы были ангелами там где-то. И здесь были. И от этого все помню. Если мы были ангелами,
Так за что же мы попали ниже? Нет, это не может быть. Не ниже. Кто тебе сказал, что ниже? Почему я знаю, чем я была прежде? Ведь душа бессмертна. Стало быть, ежели я буду жить всегда, то я и прежде жила, целую вечность жила. Да, но трудно нам представить вечность. А чего же трудно представить вечность? Нынче будет, завтра будет, всегда будет. И вчера было, и третьего дня было. Ряженые приехали! Вот дома, дома! Как же? Стоит или лежит? Нет, я видела, то ничего не было. Вдруг вижу, он лежит. Андрей лежит, он болен. Нет, напротив, лицо веселое, он обернулся ко мне. Ну, а потом, Соня? Тут я не рассмотрела. Что-то синее и красное. Соня. Когда же он вернется? Когда я его увижу опять? Боже мой, как я боюсь за него и за себя. И за все мне страшно. Князь Андрей просит сократить срок на 3 месяца. Напиши ему, чтоб подождал, пока умру. Недолго, скоро развяжу. Женись, голубчик. Родство хорошее. Умные люди, а? Богатые, а? Хороша у Николушки мачеха будет. Напиши ты ему, что пускай женится хоть завтра, а я на Бурьенке женюсь. И ему, чтоб без мачехи не быть. Только одно. В моем доме больше баб не нужно. Может, и ты к нему переедешь? С Богом! По Морозцу! По Морозцу!
Графские, сюда нити. Барышни, сюда налево. Пополнело, похорошело. Фу, холодное. Марточка моя Дмитриевна, моя графинечка заболела, наш дом не топлен. Пользуюсь твоим приглашением, нагрянул. Давно, давно пора. Душой рад, что приехали. Старик Балконский в Москве, и сына ждут со дня на день. Надо, надо с ним познакомиться. Их сиятельство князь принять не могут, а княжна просит к себе. Ну вот я вам, княжна милая, привез мою пивуню. Уж как я рад, что вы познакомитесь. Я давно хотела этого, граф. Я очень рада. Жаль, что князь все нездоров. Ежели позволите, княжна, на четверть часика вам прикинуть мою Наташу, я бы съездил тут два шага на собачью площадку к Анне Семеновне и заеду за ней. Прошу вас, граф, только подольше пробыть у Анны Семеновны. Милая Натали, знаете, что я рада тому, что брат мой нашел счастье. Я думаю, княжна, что теперь неудобно говорить об этом. Сударыня, сударыня! Графиня? Графиня Ростова, коли не ошибаюсь? Прошу извинить. Не знал, сударыня, видит Бог, не знал, что вы удостоили нас своим посещением. К дочери зашел в таком костюме. Прошу извинить, видит Бог, не знал. Что мне за дело до его отца и сестры? Я люблю его одного, его. Нет, лучше не думать о нем, забыть, совсем забыть на это время. Смотрите, Анна Михайловна наша в тоге какой. Карагины, Жюли и Борис с ними. Сейчас видно жениха с невестой. Рубецкой сделал предложение, как же нынче узнал. Давно пожаловали, графиня. А я вот тоже приехал по делам. И девочек своих с собой привез. Бесподобно, говорят, Семенова играет.
comparaison, ma lâche complaisance et nourrit le poison. Objet infortuné des vengeances célestes, je m'accorde encore plus que tu ne me détestes. C'est allumé le feu fatal à tout mon sang. Les dieux m'en sont témoins. Ces dieux qui se sont fait une gloire cruelle de séduire le cœur d'une faible mortelle. Toi-même, en ton esprit, rappelle le passé. C'est peu de t'avoir fui, cruel. Je t'ai chassé. J'ai voulu te paraître odieuse, inhumaine. Pour mieux te résister, j'ai recherché ta haine. Tes yeux, à un moment, pouvaient me regarder. Admirable. Je crois que mademoiselle Georges fait honneur à la nation française. Jamais on n'a vu dans la vie. C'est magnifique. Мне один человек велел передать. Только ради Христа. Со вчерашнего вечера участь моя решена. Быть любимым вами или умереть. Мне нет другого выхода. Я тебе дело говорю. Разве это шутка, что ты затеял? Ну, опять дразнит. Пошел к черту, а? Я тебе помогал, но все же я тебе должен правду сказать. Дело опасное.
если разобрать, глупая. Ну, ты ее увезешь хорошо, разве это так оставит? Узнается дело, что ты женат, ведь тебя под уголовный суд подведут. Ах, глупость, глупость. Ведь я тебя толковал, а? Ведь я тебя толковал, я решил. Ежели этот брак будет недействителен, значит, я не отвечаю. Ну, а ежели действительно, все равно, за границей никто этого не будет знать. Но ведь так? И не говори, не говори, не говори. Право, брось, ты только себя свяжешь. Убирайся к черту! Это черт знает, что такое, а? Посмотри, как бьется. О, какая ножка, любезный друг. Какой взгляд. Богиня, а? Ну, деньги выйдут, тогда что? Тогда что? А? Тогда что? Там я не знаю, что. Ну, что глупости говорить? Нет, Соня, я не могу больше. Я не могу больше скрывать от тебя. Ты знаешь, мы любим друг друга. Соня, голубушка, он пишет. Соня. Волконский. Ах, Соня, ах, коли бы ты могла знать, как я счастлива. Ты не знаешь, что такое любовь. Наташа, ну, неужели то все кончено? Что же ты отказываешь князю Андрею? Ты ничего не понимаешь. Ты не говори глупости, ты слушай. Я не допущу до этого. Я расскажу. О, что ты, ради бога? Ежели ты расскажешь, что мой враг, ты хочешь моего несчастья, ты хочешь, чтобы нас разлучили. Соня, ради бога, никому не говори. Ты помнишь, что нельзя вмешиваться в такие дела. Я тебе открыла. Ну зачем эти тайны? А чего он не ездит в дом? А чего он прямо не ищет твои руки? Князь Андрей дал тебе полную свободу. Соня, нельзя сомневаться. Ну, нельзя, нельзя, ты понимаешь? Если он неблагородный человек. Я не могу без него. Наташа! Я не понимаю, что ты говоришь. Ну, что ты говоришь? Ну, вспомни об отце, а Николя. Мне никого не нужно, я никого не люблю, кроме его. И как ты смеешь говорить, что он неблагороден? Разве ты не знаешь, что я его люблю? Соня, уйди, я не хочу с тобой ссориться. Уйди, уйди, ради бога! Ты видишь, как я мучаюсь? Ну, товарищи, друзья, молодости моей покутили, а? Теперь, когда свидимся, за границу еду. Пожили, ребята, прощайте, за здоровье, ура! Ура! Ехать, ехать! А Шубок где? Эй, Иринашка, пойди к Матрёне Матвеевне, спроси Шубу, салоп с собой. Она выскочит ни жива, ни мертва, в чем дома сидела. Чуть замешкался, тут и слезы, и папаша, и мамаша, и сейчас озябла, и назад. А ты принимай в Шубу сразу и виси в сани. Дурак, я тебе сказал, Соболи. Эй, Матрёшка, Соболи! Что ж, мне не жаль, ты возьми. А там вот так, видишь? Мерзавка! Бесстыдница!
Очень хороша. В моем доме любовником свидание назначать. Притворяться-то нечего. Ты слушай, когда я с тобой говорю. Ты себя срамила, как девка самая последняя. Я бы с тобой то сделала. Да мне отца твоего жалко, я открою. Счастье его, что он от меня ушел. Да я найду его. Слышишь ты, что ли, что я тебе говорю? Оставьте! Ты мне... Я умру. Наталья. Наталья. Я ж тебе добра желаю. Ну, ты лежи. Ну, лежи так, я тебя не трону. Ну, да теперь отец твой завтра приедет. Что я скажу ему, а? Ну, узнает он. Ну, брат твой, жених. У меня нет жениха. Я отказалась. Все равно. Ну, узнает он. Что ж он, молчать станет? Ведь он отец твой, я его знаю. Ведь он его на дуэль вызовет. Хорошо это будет, а? Оставьте меня! Зачем вы всему помешали? Зачем? Зачем? Кто вас просил? Да чего ж ты хотела? Ну, увез бы он тебя. Что ж ты думаешь, его бы не нашли? Он мерзавец, негодяй, вот что. Он лучше всех вас, если бы вы не бежали. Ой, боже мой, Людойда, Соня, за что? Уйдите! Вы все меня ненавидите! Не знаете! Ты негодяй! Мерзавец! Я не знаю, что меня вызывает от удовольствия размочить вам голову вот таким! Обещали вы ей жениться. Я не думал. Впрочем, я никогда не обещался, потому что я женат, ты знаешь. Есть у вас письма ее. Есть у вас письма. Я ничего не сделаю. Не бойтесь. Письма. Раз. Второе. Вы завтра должны уехать из Москвы. Ну как же я могу? Третье. Вы никогда ни слова не должны говорить о том, что было между вами и графиней. Этого я знаю, я не могу запретить вам. Но ежели у вас есть искра совести, забавляйтесь с женщинами, подобными моей супруге. С этими вы в своем праве. Они знают, чего вы хотите от них. Они вооружены против вас тем же опытом разврата. Но обещать девушке жениться на ней, обмануть, украсть. Как вы не понимаете, что это так же подло, как прибить старика или ребенка? Этого я не знаю, а? Этого я не знаю и знать не хочу, но... Вы сейчас сказали мне такие слова, подлые и тому подобное, которые я, как честный человек, никому не позволю. Хотя это и было с глазу на глаз, но я не могу. Что ж вам нужно удовлетворение? По крайней мере, вы можете взять назад свои слова, а? Ежели вы хотите, чтобы я исполнил ваше желание, а? Беру назад. И прошу вас извинить. И денег, если вам нужно на дорогу. О, подлая, бессердечная порода. Вот ее письма и портрет. Отдай это графине, если ты увидишь ее. Она очень больна. Она здесь еще? А князь Курагин? Он давно уехал. Она была при смерти. Очень сожалею об ее болезни. Но господин Курагин, стал быть, не удостоил своей руки графиню Ростову.
Он не мог жениться, потому что он был женат. Где он теперь находится, ваш Шурин, могу ли я узнать? Он уехал в Петербург. Впрочем, я не знаю. Ну, да это все равно. Передай графине Ростовой, что она была и есть совершенно свободна, что я желаю ей всего лучшего. Послушайте, помните вы наш спор в Петербурге? Помните? Помню, я говорил, что падшую женщину надо простить, но я не говорил, что я могу простить. Я не могу. Можно это сравнивать. Да, опять просить ее руки, быть великодушным и тому подобное. Да, это очень благородно, но я не способен идти по следам этого господина. Если ты хочешь быть моим другом, не говори со мной никогда про эту... про все это. Ну, прощай, так ты передашь. Петр Кириллович, князь Болконский был вам друг, он и есть вам друг. Он говорил мне тогда, чтобы обратиться к вам. Он теперь здесь. Скажите ему, чтобы он... простил меня. Да. Я скажу ему. Нет, я знаю, что все кончено. Это не может быть никогда. Меня мучает только зло, которое я ему сделала. Скажите только ему, что я прошу его простить. Простить, простить меня за все. Я скажу ему. Я все еще раз скажу ему. Я бы желал знать одно. Желал знать, любили ли вы? Любили ли вы этого дурного человека? Не называйте его дурным. Но я ничего, ничего не знаю. Скажу ему, но об одном прошу вас. Считайте меня своим другом. Если вам нужна помощь, совет, просто нужно будет излить свою душу кому-нибудь. Не теперь, когда у вас ясно будет в душе. Вспомните обо мне. Я счастлив буду. Или в состоянии буду... Не говорите со мной так. Я не стою этого. Перестаньте, перестаньте. Вся жизнь впереди для вас. Для меня... Нет. Для меня все пропало. Все пропало. Но если бы я был не я, красивейший, умнейший и лучший человек в мире. И был бы свободен, я бы сию минуту на коленях просил руки и любви вашей.
ему казалось, что эта звезда вполне отвечала тому, что было в его рассветшей к новой жизни, размягченной и ободренной душе. Июня силы Западной Европы перешли границы России, и началась война. То есть совершилось противное человеческому разуму и всей человеческой природе событие.